Больше 40 лет Надежда Васильевна лечила пациентов в стационаре. Последние 11 лет работала в поликлинике. Областная больница – ее первое и единственное место работы. Патриот своего дела и профессионал с большой буквы. Надежда Должикова не смогла сдержать слез. Коллеги тоже провожают ее с грустью, а еще с цветами, добрыми словами и приятными воспоминаниями от общей работы по спасению жизней и здоровья курян. Я с большим удовольствием здесь работала, и мне здесь нравилось, и все было хорошо. Безусловно, это вот на протяжении всего промежутка времени, очень большого промежутка времени, человек доказывал постоянно и всегда свой профессионализм, а соответственно и успех.